В этом ролике мы покажем, как пользоваться расширенными защитными функциями Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus. Для начала настроим функцию поиска уязвимостей. Для этого в главном окне вашей рабочей области кликните «Управление безопасностью» и перейдите в раздел «Поиск уязвимостей». Проверьте, включена ли функция, и задайте расписание запуска проверки. Теперь система будет по расписанию сканировать вашу инфраструктуру на предмет уязвимостей и в случае их обнаружения предложит способы их устранить. В разделе «Управление патчами» вы можете посмотреть, какие патчи рекомендуются для ваших Windows-устройств и настроить их автоматическую установку для обеспечения максимальной защиты. Здесь можно задать область установки, а также настройки расписания инсталляции патчей на компьютеры вашей корпоративной сети. Тут же вы можете отредактировать уже готовый или ввести свой текст уведомления, которое будет выводиться при необходимости перезагрузки устройства пользователя. Вы также можете включить шифрование жестких дисков. Для этого перейдите в настройки профиля безопасности, кликните «Параметры управления» и активируйте функцию. Теперь ваши данные надежно защищены. Тут же вы можете активировать функцию контроля подключения внешних устройств и съемных дисков, а также сайтов, которые посещают ваши сотрудники. Например, вы можете зайти в настройки веб-контроля, кликнуть «Добавить», создать новое правило, выбрать определенную категорию сайтов и запретить к ним доступ с корпоративных устройств. Узнайте больше и получите триальную версию Kaspersky Endpoint Security Cloud на сайте cloud.kaspersky.ru.